Пойдем вправо сходим, посмотрим, что там. Потом пойдем в центр. Что туда, очевидно, нужно. Сука. План отменяется. План отменяется. Мы идем сюда. А горбун из Нотр-Дама будет здесь? На листке написано «Святой свет, темный и яркий». Статуя окутана темнотой. Это статуя зверя держит камень во рту. Спасибо. Блять. Чё принесла мазь? Так, а она всё? Что-то. А птичка. Очень странно. Это узмет. Как поживаешь? Хелло, Феррари. Чуть такое. Здесь пьедестала красная. Толкнуть? Да? Я нормально. В принципе. Уть? Хорошо. Про работу лучше не спрашивать. Как работа? Ух, ё. Эй, listen. Я отдыхала, ну как отдыхала? Шар поглощает темноту. Спрятан сияющий узор. Ген, наверное, написали это, но его едва заметно сейчас. Это что, блядь, Dead Space? Оу! Oh!
Генма. Зловещий череп вроде движется. Нажать? Нажми. О! Отдыхала, вроде бы и нет. Так, подожди. Оу, 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 оу! А вот теперь давай. На IQ 200. Интересно. Тоже не то. Близко. Я так уже делал, да? Окей. И так я тоже делал. Не. Так, ну очевидно, это должно здесь остаться. Значит, дальше идет поворот. Вверх. Окей. IQ 200. Бесит бил. А, это лампочки. Понятно, понятно. Тогда сюда давай. Против тьмы. Что-то против тьмы. Рукопись. Четыре божества охвачены злом. Их таинственный свет правосудия был охвачен темнотой. Пользуясь силой талисмана, человек получает веру в богов и умение поглощать тьму. После этого свет снова вернется, богиня станет светиться, как и раньше, а вы получите могущество. Что-то внизу? Я рад. О-о-о, что-то наверху. А вот это что? Что здесь? Нет, пацаны!
Окей. Карта Нотр-Дама. Так, резонирует с перчаткой. Дух. Ну, у меня только один меч за него, да? Так, скорее всего, надо вернуться. Оу-оу! Да чего? Да чего? Блинство. Значит, надо наверху. О, нет. Так, аккуратно. Это обычный. На-ка. Может, хилку дадите, не? Жмоты, блядь. Чего, чего? Реально хилки не дают. Давай, лечи меня. Отлечил бы она побыстрее, был бы вообще огонь. Но, к сожалению, только так. Чего? Алло. Геймпад отключился или что? Что-то отходит. Добежим вот этой статуи. Эффективно. А, лол. Темнота исчезнет, поглощен. У меня есть теория, что нужно в определенном порядке их поглощать, потому что что-то тут, тут два светильника горит, тут три, там четыре. Здесь вот два. Наверное, ну так. Я не знаю, важен был порядок или нет. Секунду. Я это взял вообще? Сейчас я это вот сюда сбегу сначала. Я взял это?
Я все думал, где жилеты? Где жилеты? А что зеленый делает? Тянет души и жизнь из живущих врагов. Хз. Давай. Эко духов все равно. Хоть жопой жуй. Пускай будет так. Что это? Шар на экране сияет бриллиантово-голубым цветом. Ну, а... Ну, сила. О-хо! Как это называется? Кусарик... Не, подожди. Не. Куга? Да, не, не Куга называется. Как это называется? Хотел сказать Кусаригама, но нет. Это, короче, большой меч. Самурайский. Двуручный. Мощный. Ху! Нихера. Самое интересное, что он мощный и быстрый. Что как минимум странно. Так, а где дверь была? Да заебали. Да заебали. Ну ты хорош. Чё за атака? Ядрица. Да брось! Да ну, блять, игра. Чё там принесла мне? О, хилочка. Домой, блять. Блять, легион. Так, ну я думаю, это нам хватит. Да. И не раз. Так. Воу! Так, увеличить. Вот это мы будем улучшать. Еще 5 уровней, наверное, да? Так, давай-ка сохранюсь. Коридор скольжения. Хитрить название. Дай пройду. Чего надо-то? Веревочная лестница. Догадываюсь, куда ее надо. Еще одна головоломка. Ох, мать. 5 ходов. 5 ходов. Так, это не меняется, скорее всего. Это
это... Это... Не. Нет. Хорошо, сначала. Сначала как лучше сделать? Вот эти... Нет, тоже не то. По-любому сюда идет. Без вариантов. Так, я не пробовал. Не хватает. Окей. СМР от Чика. Чего? Птички из клетки взмыли на ветку. Поросёнок в кустах притих. Чем же я хуже их? Какой-то СМР. Нет, я не порицаю ничего, просто у меня диск есть на PS2, и я его играю. А пока версии у меня нет. Волшебная статуя какая-то, что это такое? Магическая статуя защищает обладателя от смерти. Ага. Понял-то? Как игруля? Да, норм, вроде. Единственное, что мне кажется, что она очень долгая, может быть. Закрыть двери отверстия для черепа. А у меня нету черепа.
принципе, у нас есть еще проход назад. Нет, я добью что-то тайничу. Что там по своей миссии осталось? Нанов. Да бля! Я этого не говорил. Я не говорил, что она мне не зашла. Блять, а где? По-моему, я не туда пошел. Череп. Потрясающе. У меня вообще никаких салонов не было, блять. Был обычный магазин. В этом магазине можно было поиграть. Нет. S1 у меня не было в детстве. В какой-то момент была. Но. Скажем так, консоль я больше никому не даю. В виде PS2 стояли. Я помню, у нас какой-то момент в Эльдорадо PS3 стояли. Можем его поиграть. В Моторстом, что ли? Они поняли, что, короче, продавцы сидят, блядь, и играют в эти приставки. И это. И убрали их. Это помню. У нас был магазин.
Как он назывался, только не помню. Радуга, наверное. Наверное, не Радуга. А может и Радуга. Наверное, Радуга. Другого названия на ум не приходит. И там он играли в PS1, в Tekken, в 3. Что-то еще, не помню. PS1 точно было. Там можно было у них же поиграть в Warcraft. На пехе. StarCraft, Duke Nukem. Какой бы 95-й был? 96-й. Гилдерстерн. Ты заставил же меня ждать, чудак. Это та интересная вещица, о которой я рассказывал. Я изучаю временные кольца. Временные кольца? Если мне удастся, можно будет свободно передвигаться во времени. Тогда я приведу Набунагу вместе с его роем Генма сюда, чтобы уничтожить ваших людей-паразитов, и Генма будет управлять всем этим миром. Молчать так и не будет. Такие чудаки, как ты, сгорят в аду. Стой! Ёпа мать, здорово. Все что? Да вы ёбывались. Два удара хватило, блядь. Афил. А бал мы еще играли. Че, мне надо зайти сюда? Устройство позволит преследовать Гилденстерна. Завести устройство, да? Что, Mortal Kombat, блядь, в салонах таких играть? Когда он у всех дома был? Это не тот же самый корабль? Где я? Симоноски, слушай. Это корабль, на котором плыл Жакуй. Что происходит? Я не уверен. Пойду проверю Жакуй. Чего? Не работает, все? Что такое? Не могу перепрыгнуть во времени. Я не знаю, что случилось. Могу сказать, что-то изменилось потоком времени. Там. Поток времени. Может, это связано с временными кольцами? А мы часом не прыгнули сами-то в прошлое, блядь. Я не знаю. В моем дворе Сега у всех было. Ну, в 97-м я имею в виду. Чё там? Это вроде меч тот лучше, блядь, пользуюсь этим. Хз. Замок сломан, не откроется. И не сломается. Сика. Так, и что делать? Ну, только если сюда идти. Здесь что? Хм. Окей. Ну что тут у нас? Табличка. Пап, чё? Пап, время. Чё?
с помощью временной папки Ако может свободно перемещаться между прошлым и будущим. Дайте предмет Ако активным игроком, и она сможет передать этот предмет другому персонажу, чтобы предмет можно было сохранить там. Варпы. Пошлите Ака в другой временной период. Блин, что-то они замудрили, пиздец. То есть это обычное, да, защитное зеркало. Здесь можно сохраниться. А через другой можно перемещаться. Что-то мутата какая-то, блин. Окей. А что тут еще есть? А что, дверь? Дверь высоко над землей, никак не достать. Так, это что такое? Это как взять? Желтый диск. Сначала туда тогда. Так, это что такое? Так, понятно, другие диски тоже нужны. Так, а это что у нас? Это как раз, да. А, через эту штуку это просто ящик, да, для общей, для предметов. Понял. Глубокие воды преграждают путь. В смысле? Да ну мам. Ну мам. Жакуй там, скорее всего, пойдет. Прям как пить, да, блядь. Так, ну и что мы делаем тогда? Берем желтый диск, передаем ему жакую, что ли? А сюда это не работает. Не работает. Ну, давай попробуем тогда. Так. Перенести Ака сквозь время. Ставить вещи Ака. Ну, даже не знаю. Только через это теперь она может перемещаться. Ну, а здесь там такая же будет штука, чтобы мы могли назад перенестись здесь еще. Жак! Так, а ты вернулась? Возвращение. Какое странное место. Прорытие Генма? Не уверен, но будущее Самоноски в том же месте. Какой же корабль стоит рядом в доке, полуразвалившийся? Ну, тогда возможно прошлое и будущее связаны вместе. Это плохо? Да? Да, очень плохо. Будущее будет перевернуто с ног на голову. Если только мы не вмешаемся. А может, из-за того, что вы вмешаетесь, все как раз станет хуже. Не думал об этом. Усика. Ты че хуй? Так, ладно, я понял тебя. Ну, блок был. Так, секундочку. Феечка. Давай. Больше душ.
Да ты угомонись там, блять, алё. Да. Окей. Все. Так, а на корабле ничего не осталось? То мало ли. Так, окей. Отлично. Ну да, как я и подумал. Все закрыто, блин. Придется передавать сейчас между собой предметы. Так. Давай туда. Хранить желтый диск. Искажать. Ну, я надеюсь, я правильно понял, как это работает. Как храм хорошо сохранился. Вообще ничего не изменилось. Так. Подозрение, что здесь мы найдем какой-нибудь другой диск. Ну да, я так и подумал. Какая-то уж сильно капкомовская хрень. Дракон без левого рога смотрит в странную сторону. Чего? Че туда смотришь? Нет, мы что, в Devil May Cry попали, не помню. Ага. Сейчас еще и воду, блядь, откачиваю. Ну, ясно. Ясно. Что это такое? Ты что, мастерская Леонардо да Винчи, что ли, блядь? Что у вас тут за беда происходит? Критический. Блять, ебать, там пушка какая-то стоит, жесть. Древняя плита. Так, в исследовании портала времени я пришел в тупик. Мне удалось добраться до машины Они в руинах и даже запустить ее, но она работает ненадежно. Даже если мне сильно повезет, я смогу создать портал, он довольно быстро исчезнет. После ряда неудачных попыток я кое-что понял. Совсем недавно я заметил несколько таинственных предметов. Они были сделаны не людьми и даже не генно. Я думаю, что все они были телепортированы из будущего в результате моих экспериментов. Таким образом, машина времени позволит мне открыть дорогу в новый мир. Я применяю знания генма и устройство к устройству Они.
Следующий эксперимент должен удастся. Скоро Генуа будет править временем, как и всем остальным. Гильденштерн. Здорово. Да, ты прям детектив. Ты. Гильденштерн построил папку времени. Хотя не закончил ее. Папку времени. Машину времени. Скажи, где она? А ты сам найди. Ты соберегись. Собаки охраны. За хрень. Свет вокруг пьедестала, не могу подойти ближе. Воу. А, воу, я что кидать можно, блять, ну чё? А это что такое? Будто бы оно потом встанет. Здравствуйте. Блять, ну что ты делаешь-то, ну? Ты брось. Подвели его. Траву принесла, давай сразу ее тогда херану. Еще вот это такое, что-нибудь скажешь по этому поводу? Ну, ладно, не скажешь, пусть тобой. Стрела вверх. Чего? ХЗ, давай. В смысле, поехать вверх, что ли? Карта. Пошел нафиг. Нуля, пацаны. Усика. Не, пацаны. Да, ты можешь стрелять? Этим не дотянешься? Найс. А чё я, блядь, не использовал? У меня 11, я могу соловую прокачать. Чё это такое? Одной красной плиты нет. Эх, мать твою. А, не, она у меня. Чего, блять? Серьезно, что ли? То есть их менять местами можно, да? Охуенно. Допустим так. 5 на 2. Да что на 20? 5 на 2, 10. 10 плюс 3, 13. 17 минус 1. Не то. Давай на 3 умножим. 15 плюс 2, 17. 21. Немножко тоже не то. Если так.
20, 22, 25, 24. Местами поменять. Что я сделал? 22, 23. Так. Математика, блядь! Вот еще не хватало. Блять, ты хули пугаешься, сука, мудак, блять. 100 лет тебя не видел, блять. Это был ты? Готов к путешествию? Тогда прими кор в мир темноты. Не-не-не-не. Сам внизу, там. Очень немило. Вернешься, когда захочешь это сделать. Не-не-не. Перед тем, как сюда зайти, мне нужно сохранение. Ты уж меня извини. Черепаха Они. Рог дракона, найс. В первой, по-моему, части была такая комната, короче, там что-то 100-500 этажей, блять. Что-то такое. Ты, если побеждаешь, тебе дают какую-то то ли броню, то ли меч. Короче, штука полезная, но там очень долго придется драться. Поэтому я и думаю, лучше бы мне на самом деле вернуться куда-нибудь, сохраниться. Потом уже попробовать дальше. Так, где мы? Так-то, блин, далековато. Сейчас бегу, заодно и потрачу эти очки. Чего? Добрый день. Дерется как самоноски. Я ж, блядь, должен сюда идти. Тут же рог. Я вообще не за рогом. Блядь, серьезно, чел? Нашел место, где встать. Подожди. Щитное зеркало увеличить. Окачиваем. Должно хватить. 10 уровней должно хватить. Прям, блядь. Как пить дать? Шипастый. Так, ладно, это давайте тогда тоже прокачиваем. Максимум вкачали. Че, это можно прокачивать? Ядрить! Вот эта херня! Вот эта херня лютая! Так, подожди. А, че я хотел? Аква белый. Так, нет.